Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola G100 включить таймер камеры. Для начала откроем нашу камеру. Видим здесь сбоку кнопочку, похожую на таймер. Так, и так оно и есть. Тыкаем по ней, и тут можно поставить таймер на 3 или же на 10 секунд. Давайте поставим, например, на 3 и попробуем сделать фотку. И как вы видите, таймер сработал. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.